Праздник открыли национальными песнями и плясками. К артистам на сцене присоединились и зрители. Официальную часть открыли приветственным словом руководства региона. Уважаемые димитровградцы, дорогие гости, рад приветствовать вас от имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Мороза, от имени регионального правительства на этом замечательном празднике. Глава города Алексей Кашаев поздравил димитровградцев с праздником. Я всех вас, соответственно, хочу поздравить с этим праздником, что вы чаще улыбались. Если будете чаще улыбаться, будет у нас на нашей земле все прекрасно и хорошо. Поэтому от души всех вас с праздником. Сабантуй представил около десятка развлекательных площадок. Национальные предметы быта, костюмы и татарская кухня пользовались особым успехом у посетителей, которые остались довольны праздником. Как настроение? Отличное. Такой праздник хороший, интересный, веселый. Вот и внуков привели, чтобы запоминали свои традиции. В финале мероприятия состоялся традиционный турнир по борьбе кюреш. Главный приз «Баран» достался димитровградскому борцу Руслану Абдульханову. Сабантуй организован татарской национально-культурной автономией совместно с администрацией города. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.